Наш летный учебный центр начал функционировать в прошлом году, летом, изначально для обучения практическим навыкам пилотирования воздушного судна Airbus 320 для пилотов. Ранее пилотов и бортпроводников для того, чтобы научить правильным действиям в аварийной ситуации, мы отправляли в зарубежные авиационные учебные центры во Франкфурте либо в Стамбуле. Сам процесс организации такой поездки, такой командировки достаточно сложен. Нужно было организовать перелет, визу, отель, не говоря уже о стоимости такого обучения. В какой-то момент, ввиду запланированного роста авиакомпании, мы приняли решение, что нам необходимо закупить и установить собственные тренажеры, иметь собственную практическую базу. Для этих целей мы закупили тренажер по тушению реального пожара, который был произведен в Голландии. Мы также закупили тренажер по аварийно-спасательным процедурам Airbus 320, который был произведен в Турции. Все эти шаги позволяют нам оптимизировать процесс, конечно же, оптимизировать затраты на обучение наших бортпроводников и пилотов, снизить рабочее время экипажа. Но также, как я уже упоминал ранее, поддержать рост, запланированный рост авиакомпании на будущие года. У авиакомпании «Аэросна» есть свои учебные центры в городе Алматы и Астане. Сегодня мы находимся с вами в учебном летном центре в городе Астана, где наши экипажи проходят первичную подготовку, а также переподготовку. Давайте посмотрим, как это проходит. Здесь, на симуляторе Reality 7, наши пилоты проходят летную подготовку на тренажере, которая обладает аспектами подвижности, а также имитацией различных ситуаций полета. А это у нас тренажер Airbus A320, где бортпроводники и пилоты закрепляют теоретические знания, а также проводят практику по аварийно-спасательным процедурам. В пилотской кабине мы можем отработать открытие и закрытие пилотских форточек, а также действия бортпроводников при недееспособности пилота. На тренажерах также установлены реальные двери, на которых мы можем отрабатывать оперирование ими в нормальных и аварийных ситуациях. Здесь мы можем попрактиковаться открытию аварийных люков на разных типах Airbus. И сегодня наш будущий бортпроводник Улужалгаз продемонстрирует, как это делается. Fix all seat armrests near the exit up. Check conditions outside are safe. Remove the cover from the pull handle. Slide armrest indicator illuminates. Put your hand closer to the lower handhold, another hand to the upper handhold. Firmly pull the hatch inward. Pull the hatch inward. Turn the hatch sideways. Throw it outside away from the evacuation area. Pull the manual inflation handle. Connect the lifeline to the attachment on the wing, if applicable. Бортпроводники во время экзамена демонстрируют свои действия в таких ситуациях, как посадка на воду, пожар в двигателе, прерванный взлет. На специальном планшете при помощи программного обеспечения мы задаем различные ситуации для бортпроводников, проверяем их действия и даем оценку. Это тренажер по пожаротушению, где мы отрабатываем пожар в печке, в салоне, в туалете. На сегодня мы завершили наш тренинг в учебном центре Air Astana. Далее мы направляемся в бассейн для того, чтобы наши бортпроводники отработали аварийную посадку на воду. Основное требование к позиции бортпроводника – умение плавать. На этом этапе обучения бортпроводники учатся спасению пассажиров, забираться на слайд, занимать правильные позиции в воде и другим навыкам. Air Astana уделяет особое внимание обучению летного состава, так как безопасность пассажиров – наш основной приоритет. Несмотря на то, что самолет является самым безопасным видом транспорта, наши бортпроводники и пилоты готовы к любым ситуациям.